Многие у нас спрашивают, как добраться до места проведения фестиваля «Народная рыбалка» в Конаково Ривер Клаб. Все очень просто. Смотрите этот интерактивный маршрут. Также я бы хотел добавить, что регистрация рыбаков проходит в 8 утра, а торжественное же открытие праздника в 10 утра. От того, вы участник или зритель, выбирайте время приезда. Для гостей фестиваля будет организована большая стоянка возле территории комплекса River Club. Приезжайте, будет весело. Дополнительную оперативную информацию можно всегда получить на центральном форуме рыбаков по адресу rusfishing.ru.